На набережной сегодня было многолюдно, шумно и весело. Все потому, что специалисты Брестской областной организации «АСВОД» в рамках акции «Безопасные каникулы» провели детский праздник, посвященный правилам поведения и профилактике несчастных случаев на воде. Брестская областная организация «АСВОД» очень много внимания уделяет профилактике безопасности на воде. И сегодня мы традиционно на набережной города Бреста проводим акцию «Безопасный купальный сезон 2024». Цель нашего мероприятия – это ознакомить детей с правилами безопасности на воде, напомнить им, что может им предстерегать, какие опасности могут быть на воде и что нужно делать для того, чтобы каникулы остались хорошими, с хорошими воспоминаниями. У нас сегодня различные локации. Это и конкурсная программа, и конкурс рисунка, и конкурс броска средств спасения, и профилактические листовки, и ознакомление с водолазным оборудованием, ознакомление с спасательным оборудованием, проведение мастер-классов по применению спасательных средств. Широкая программа для того, чтобы еще раз ознакомить детей с правилами безопасности на воде. Программа праздника началась с масштабных показательных выступлений спасателей «АСВОД». Они рассказали ребятам о том, что нельзя плавать на матрасе и автомобильных шинах, заплывать за буйки и беспечно себя вести на воде. В подкрепление своих слов спасатели смоделировали ситуации спасения на воде, задействовав специальную технику и средства. После гостей мероприятия ждали разнообразные интерактивные площадки. Можно было изучить спасательные лодки и катера, попробовать себя в метании спасательных кругов, принять участие в конкурсе рисунков мелом на асфальте, раскрасить тематическую раскраску, изучить спасательное оборудование. И самое главное – запомнить правила поведения на воде. Я успела побыть на надувной спасательной лодке и посмотреть, как спасают тонущих людей. Тебе понравилось представление? Очень. Я успел попробовать скинуть спасательную веревку с грузиком. Нельзя плавать на всяких кругах, на матрасах, в реках. Надо быть под присмотром взрослых. Нельзя плавать на матрасах и... Нельзя плавать на замусоренных берегах. Такие профилактические акции направлены на формирование ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности других людей. И эта работа будет продолжена. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.